30 октября в Каро на Новом Арбате состоялась долгожданная премьера фильма «Терминатор. Темные судьбы». Это заключительная часть о битве машин и человечества. А как вы думаете, можно переписать историю и предотвратить апокалипсис? Кем из героев фильма «Терминатор» вы хотели стать в детстве? Конечно, Т-1000. Это робот из жидкого металла, который мог принимать любую форму, пролезать в любые щели. И вообще это лучший антигерой, антагонист в истории человечества. Кем не хотел? Просто мне нравился этот фильм, потому что тогда мало таких фильмов было в принципе, и это было очень круто. Шварценеггером я хотела быть. У «Терминатора» третьей части было свойство менять внешний образ любого предмета или человека. Кем бы вы хотели стать? Просто хотел бы уметь наслаждаться жизнью перманентно. То есть, чтобы никогда не было никаких негативных моментов, чтобы никогда не было плохого настроения. Мне хочется превратиться в незаметный предмет, пройти мимо и попасть в кинотеатр. Я бы хотела бы стать самой собой. Это очень скромно, да? Кем бы из фильма «Терминатор» вы бы хотели стать? Я бы хотел стать Джоном Коннором из второй части. Он мне в детстве очень нравился. Ну, «Терминатором» я думаю, что точно не хотел бы. Но думаю, что если была мальчиком, то именно «Терминатором». Как и должно было случиться, добро победило зло. Мы даже почувствовали себя героинями этого мощнейшего фильма. С крутейшими спецэффектами и фантастическим сюжетом. Желаем вам приятного просмотра. С вами были Патя и Соня, резиденты Hello Russia.